Нравится мне эта штука. Видно, да? Под названием сюрреалистический объект с символической функцией. Класс. Красивые рисунки. Я этих рисунков не видел. Кстати, если вы сравните, с чего Пикассо делал своих там знаменитую козу. В общем, о, вот эти обалденные, помню, вот эти вот сюрреализм. Его эротические. Да, чувак был помешан на сексе. Конечно. Эротические метаморфозы. Да, так вот еще делал Пикассо своих коз, девочек из какого-то хлама. Здесь, конечно, совсем другой материал Дали использовал. Причем насколько у него различные техники. Просто невероятно. И вот Дали, Венера Милосская в его исполнении. С медными ящиками из поддержки. Он торчал на этих всех поддержечках таких. О, чувак тут себя зафигачил. Сюрреалистичный портрет Дали в бабочках. Ну, видно, что чувак себя здесь олицетворяет. Понятно, с кем. Бабочки на ногах. Вот эти классные вообще картины здесь. Голова женщины раз. Голова женщины два. Чувак сделал девочку, качающуюся на качельке. Чисто из хлама всякого собрал. Я вот козу залепил. Чувак молодец.